Наступил 2023 год, год столетия Министерства спорта России. Январь – время подвести итоги и определить задачи на будущее. Проблемы и новшества – предмет обсуждения коллегии регионального Минспорта. Важное законодательное изменение произошло 1 января. Все спортивные школы приобретают статус учреждений дополнительного образования. Это позволит вывести подготовку будущих чемпионов на качественно новый уровень. Добавляется образовательный аспект, и здесь задача где-то подстраховать, может быть, персонал спортивных школ, тренеров и специалистов, которые работают, с точки зрения их заработной платы, с точки зрения преференции их работы в сельской местности и так далее. Это некая гармонизация наша такая с образовательным процессом, с Министерством просвещения. Важнейшая задача – привлечения населения к систематическим занятиям спортом. До 2030 года необходимо достичь показателя вовлеченности в 70%. Мордовия сейчас идет с опережением срока. Больше половины жителей региона ведут активный и здоровый образ жизни. Республика в 2022 году стала площадкой чуть менее чем 700 мероприятий разного уровня, в том числе международного и всероссийского. В 2023 их количество еще возрастет. Позавчера МОК даже одобрил решение, да, по участию наших спортсменов в азиатских соревнованиях. Продумайте внимательно. У нас есть Восточный экономический форум, есть форумы, которые проводятся на Дальнем Востоке. Давайте обратим туда наш взор. В разных уголках Мордовии в 2022 году были открыты 8 новых спортивных объектов. Продолжается и реконструкция старых. В частности, преобразился лыжно-биатлонный центр. В планах на 2023 год окончание строительства суперкросс-трассы. Объект будет сдан в июле, а в августе там уже пройдет чемпионат России. Мордовия давно стала сердцем российского велоспорта BMX не только из-за уникальной инфраструктуры, но и благодаря выдающимся тренерам. Юрий Вандаев за 25 лет своей работы подготовил огромное количество мастеров спорта. Его воспитанники регулярно восходят на пьедесталы российских турниров и блистают на международном уровне. Становятся чемпионами мира, представляют страну на Олимпиаде. Заслуженная награда нашла своего героя. Указом президента Юрию Вандаеву было присвоено звание заслуженного работника физической культуры России. Я считаю, что тренер, да, должен сомневаться, искать, экспериментировать, пробовать какие-то новые методики подготовки. Еще один герой дня – обладатель почетной грамоты Республики Мордовия. Более 45 лет жизни Владимир Яшин посвятил волейболу. Уже около года он возглавляет главную команду республики. Под его началом ребята из «Оптик-энерго» Мордовия «Шор» выиграли турнир первой лиги и стали чемпионами России. Для того, чтобы привести подопечных к таким успехам, Владимиру Яшину приходится примерять на себя и роль психолога, мотивировать спортсменов, поддерживать и настраивать только на победу. Главный – самоконтроль и делать свое дело, делать свою работу на 100%. Не ныть, а делать сквозь зубы, сквозь слезы работу. Трудную, конечно, монотонную. Психология очень много значит в волейболе и вообще в спорте. Если психологически готов человек играть и достигать высокие результаты, то он достигнет этого. Поговорили и об успехах. Мордовские спортсмены за 2022 год добавили в копилку региона более 1000 наград разного достоинства. Ребята, которые выполнили нормативы мастеров спорта в торжественной обстановке, получили знаки отличия. Удостоверение и значки им вручил замминистра спорта России Алексей Морозов. На повестке дня есть и проблемные вопросы. В ремонте нуждаются 38 спортивных сооружений. Здесь поможет участие в госпрограммах. Мне хотелось бы обратиться еще к главам муниципальных районов в части инвентаризации той спортивной инфраструктуры. То есть мы призываем и просим совместно с Минимуществом продолжить. Мы когда-то начинали эту работу, то есть привести в соответствие, потому что мы заявляем, часть объектов спорта уже, по сути, таковыми не являются. Остро стоит и вопрос с нехваткой кадров. В Зубово-Полянском, Кадошкинском и Качкуровском районах профессиональных тренеров почти не осталось. Здесь важно взаимодействие с вузами и помощь в трудоустройстве выпускников. Сейчас будущих наставников-спортсменов обучают в МГПУ имени Евсевьева. В МГУ открывается магистерская программа «Спортивный менеджмент». Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости.